Президент Армении освободил Аршака Карапетяна от должности министра обороны и по предложению Пашиняна назначил на этот пост Сурена Папикяна. Как передает Ахарас, указы размещены на сайте президента Армении. Еще одним указом Папикян освобожден от должности вице-премьера. Армен Саркисян также подписал указ о снятии Аршака Карапетяна с поста министра обороны. Ранее о грядущих кадровых перестановках сообщала принадлежащая семье премьер-министра газета «Айкакан Жаманак». Сурен Папикян родился 26 апреля 1986 года в Степановане. Окончил исторический факультет Ереванского госуниверситета. В 2012-2016 годов учился в аспирантуре Санкт-Петербургского государственного университета. В 2018 году занял пост министра территориального управления и развития. 2 августа 2021 года указом президента был назначен на должность вице-премьера Армении. В 2016 году был награжден медалью Горегин Жде Минобороны Армении. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.